Здравствуйте, меня зовут Илья Наумов, я являюсь заместителем директора в организации «Астрой». Наша организация с 2016 года безуспешно пытается выиграть конкурс по установке новогодней ели. Однако в 2018 году нам это почти удалось. С нами администрация города заключила контракт, но спустя 3 часа она его расторгла, ввиду того, что нашелся некий меценат, который согласен был установить новогоднюю ель бесплатно. То есть администрация, бюджет городского округа город Воронеж сэкономил бы 1 100 000. После опубликования извещения об установке новогодней ели в 2019 году наша организация также хотела принять участие. Однако рассмотрение жалобы затянулось, и мы не успели вовремя подать заявку, ввиду чего была допущена лишь одна организация ООО «Горспецремонт». Как мы считаем, именно под нее и готовился данный тендер, и она стала единоличным победителем. После оглашения результатов заседания ФАС, вторая организация, которая была не допущена, обратилась к мэру с предложением поставить новогоднюю ель за 1 рубль. На планерке, на очередной планерке нашим руководителям было принято решение перебить цену конкурентов и установить новогоднюю ель всего за 1 копейку. Было составлено обращение к мэру Вадиму Юрьевичу Кстенину с таким предложением. Тем более контракт 2018 до сих пор действует, до 31 декабря нам даже не надо заключать повторно, а необходимо лишь внести изменения, касающиеся цены и сроков. Эта мера позволит сэкономить городскому бюджету 1 800 000.